Poppy Playtime. Игра, которую, наверное, не записал только самый ленивый летсплейщик, то есть я. По совместительству игра, в которую меня попросило поиграть примерно 7 миллиардов человек в комментариях. Так что, приступаем. Глава первая. Сильное сжимание. Потому что, ну, яичишки у меня уже немного сжались. У меня у сестры игрушка была похожая, Ферби. Вот она мне ее напоминает. Он смотрит прямо сквозь тебя. Прямо в твою душу. Он видит каждый твой гнилой поступок, который ты когда-либо совершил. О да, все те разы, когда ты не придержал дверь в метро, и она прибила бабульку, которая шла за тобой. Он знает про все из них. Про все 8 раз. Будучи бывшим трудоустроенным в Playtime Corporated, вы наконец довернулись на завод много лет спустя после того, как все на нем пропали. Зачем? О, кино. Нам сейчас покажут самую крутую куклу. Ее зовут Папи. И она первая по-настоящему интеллектуальная кукла. Если будете с ней говорить, она вам ответит. Первая кукла, которая может действительно разговаривать с вашим ребенком. Не верите? Просто смотрите. Ну, много интеллекта в ее глазах не наблюдается. Так погоди, это же обычная кукла. Ей еще и ботинки тереть надо, я чё тебе... Еще и волосы причесывать надо? Ну вот здесь вот мой лимит действий на день исчерпан. И пахнет она как цветок Поппи. И стоит она 6 баксов. Я настоящая девочка, прямо как ты. Если мы когда-нибудь хотели посмотреть, как делаются куклы, ёб твою мать, то можем записаться на тур по заводу всего за 3.90, всего за 2.99. Чего же вы ждете? О-оу. Ну вот, походу, мы и пришли на тур по заводу. Poppy Playtime. А мне вручат куклу? Я тоже хочу кусочек искусственного интеллекта. Мне своего немного не хватает. А все думают, что работники пропали 10 лет назад, но мы все еще здесь. Найди цветок. Кто? Где? Когда? Зачем и почему? Добро пожаловать. Всем привет. Работяги, алло, я спасать вас пришел. Кстати, какая-то очень зеленая кассета. Возможно, ядовитая. Беру. Я пришел сюда воровать работяг и спасать игрушки. И кажется, кто-то здесь уже поработал до меня. Сразу видно, работа профессионала. Кэнди Кэт? Даже мой сын с таким играть бы не захотел. А он воображаемый, между прочим. Ты в курсе, что у тебя ног нет? Ты чувствуешь свои ноги? А их нет. Ешь, чтобы взаимодействовать. Эта игра мне наглым образом врет. Я не могу никак с тобой взаимодействовать. Ты продержись здесь немного, ладно? Я найду твои ноги. Я обязательно тебе их верну. Ты только держись. Я обязательно вернусь за тобой. Я не вернусь за ним. Так, это что такое? Только для работников. Ну, я бывший работник, это считается? Это что у них такая? Это система охраны такая? А? И что это такое? Что я здесь делать должен? Впустите меня, я дальтоник! Подскажешь мне код, и я верну тебе левую ногу. Будем и дальше сотрудничать, я подумаю о том, чтобы вернуть и правую. Так, я нашел улику. Это голова одного из работников. Мы были с ним друзьями 10 лет назад, но он все так же неразговорчив. Зеленый, розовый, желтый, красный. Может быть, это оно? Зеленый, желтый, розовый, красный. Так, возможно, пока я шел по этому коридору, я забыл правильно. Блин,
Окей. Зеленый, розовый, желтый, красный. Вау! Сработало? Надо же. Окей. И что это у нас здесь? А, много мониторов. Интересно. Один компьютер на всех. Интересно, интересно. Какой-то, видимо, продвинутый компьютерный клуб. Огромный просто, гигантский телевизор. Интересно, еще один видик. Какая-то кассета. Давайте посмотрим. Playtime Corporated. А, хваталка. Теперь она так называется. Затяните штуки на плечах, лямки. Держите обе пушки. Стреляйте, чтобы стрелять. Тяните еще раз, чтобы оттянуть. Держите хватание на объекте. Только стреляйте в маленькие объекты или рукоятки. Не стреляйте в сотрудников. Это может привести к травмам. А провод гнется, используйте его для того, чтобы, типа, перенастраивать проводку. Спасибо, используйте ваши хваталки ответственно. Какое сейчас время? Время играть! Юху! Воу! Оу. Окей. О. У меня есть руки. Мне добавили одну конечность. Завидуешь мне, да, лох? Проваливай отсюда. Эй, дверь, дай 5. А, она считывает мою руку. Не робот ли я? 0011. В смысле, я хотел сказать: привет, товарищ гуманоид. Я тоже гуманоид. Хуги-вуги. Давай дадим по-гуманоидски друг другу 5. Отличная техника. О! Здесь его младший брат есть. Эй, привет. Я его вытащить не могу. А здесь... О, а этот сбежал. А этот... Ё-моё. Приемный. Сразу видно. Здесь, видимо, еще красная рука какая-то нужна. Ну ладно. Окей. Наверное, я ее где-то по пути найду. Инновации, тестирование. А вот синяя рука. Бум! И мы остались без электричества. Подожди. Этого раньше здесь не было. Отдай. Отдай. Отдай, кому говорят. Отдай. Так, слышишь ты, я сейчас к тебе поднимусь и взгляну тебе в глаза. Твои бесстыдные, темные, как черные дыры глаза. Куда ты рукой стреляешь? Зачем он вниз это делает? Хватит себя трогать внизу, у тебя там буквально ничего нет. О! Окей, на этом кубике это почему-то не работало. Оп! Ты этого сейчас не видишь, но я показываю тебе только средний палец, а не свою ладонь. Окей, электричество только для работников. Ну, раз я здесь единственный посетитель, видимо, я здесь и работник, и директор, и посетитель. И кажется, это кровь. Оу, немножко более сильно получилось, чем я ожидал, ну да ладно. Бум. Воу! Я есть само электричество. По моим венам течет ток. Так, и что надо сделать? Ага, окей. Задеть тебя и... И задеть тебя? Бум. Найс. Что ж, теперь я сертифицированный электрик. Не понял. Подожди-ка секундочку. Кажется, здесь чего-то не хватает. Эй, дверь, дай 5. Приятное, приятное ощущение. Заведи друга. Потому что, ну, это мы еще посмотрим. Я не хочу заводить друзей. Знаете, мне здесь и одному неплохо. Stairway to Hell. Дорога в ад.
Звучит как интересное место, но, к сожалению, для меня она закрыта. Я слишком хорошо себя вел. Здравствуйте, кто-нибудь? Почему трубы всегда так это делают? Почему они так и норовят брызнуть тебе чем-то в лицо? Ну вы гляньте на это! Как он может какой-то вред нанести кому-то? Готов поспорить, если узнать его получше, то он вполне себе неплохой парень на самом-то деле. Это что такое? Это сюда идет? Yep. Окей, здесь мне еще надо 3 где-то этих штуковины найти. Хаги говорит, помните о том, чтобы брать перерывы. А также здесь подписано, перерывы дольше 10 минут не разрешены. Что ж, Хаги, спасибо и на том. Вау. Вау, он как будто бы прямо на меня смотрит оттуда. Прямо сверлит меня взглядом. Слышь, ты на меня смотришь, такая, слышь, бум. 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 О. Прошу прощения, я не хотел. Я не знал, что вы инвалид. Извините, я не заметил, что у вас есть всего лишь голова. О, еще одна! Мне. Мое. Так, и дверь. Дверь у нас ведет... А, в обратно в ту комнату, окей. Так, еще один. Бум. Вроде бы это... То ли это последний, то ли... А, нет, вот, видимо, последний. Окей. Бум. 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 И что я получаю взамен? Какой вы приготовили мне подарок? Подарок я получаю... Коробку, видимо. А, нет, стой, погоди. О, нет, не может быть. Не может быть, нет. Не стоило. Она великолепна. Она подходит мне, как ничто другое. Я всегда мечтал о правой руке. Вау. О, и вот как раз здесь дверь. Ну-ка, испробуем. Какое приятное ощущение, господи боже мой. Окей. А я точно должен туда прыгать? Это соответствует технике безопасности? Была не была. Не входить. Что ж, так, кажется, это какое-то электричество, которое надо куда-то подключить, но у меня руки к нему не липнут. Так. А, я стрелять ее прямо отсюда могу? Понял. Лады, то есть задеваем тебя, идем сюда и... Бум! Найс! Это всем работникам здесь надо такие квесты проходить, чтобы добраться на их рабочее место? Если да, то что ж, снимаю шляпу. Очень интерактивно. О-оу. Наверное, это нехороший знак. Привет, ребята. Всем ку. У вас тут конвейер немного поломался, вы знаете, да? Вы в курсе? Хотя, наверное, здесь... Никому уже до этого дела нету никакого. Всем привет. Заведи друга. Здесь все очень хотят, чтобы я завел себе какого-то друга. Заведи друга, нужна мощность. Заведи друга, 1960-й. Наш основатель Элиот Людвиг был визионером. Из всех восхитительных вещей, которые он создал, заведи друга машина... была одним из самых креативных, впечатляемых и продвинутых вещей, короче, которых он сделал. Она единолично ответственна почти за все Playtime Corporated игрушки, которые были проданы на рынке по сей день. Все, что ей надо, это ее накормить нужными частями, и затем она их покрасит, соберет
и сделает инспекцию сама по себе. Так, бум, еще походу ребусы, да? Бум, окей. А, бум. Тянем тебя сюда. А, задеваем, получается, тебя. И, наверное, как-то тебя надо вернуть на место. А, нет, надо задеть еще... Надо задеть еще один. Подожди. Вот так вот делаем. Вот так вот делаем. И у меня не остается рук. Подожди, значит, что-то не то. Как-то надо вот эту вот дверь вытянуть. Подожди, какие-то... Какие-то здесь у вас сложные ребусы. Признаюсь честно. Как это делается-то, ё-моё? Раз. Два-с. А он даже не задевает ее. Подожди, но это же... Это вообще возможно? О нет. О нет, она тянет меня! Она тянет! О! О-оу. О-оу. О... О нет. Неприятная ситуация получается у нас здесь. Help. На помощь. Помогите. Кто-нибудь. Ау. Оу. Кажется, я сломал свои... А, да, у меня же их нет. Окей, супер. Окей, а чё если вот так вот отсюда? Бум. Ага, так. Окей, есть какой-то прогресс. Есть какой-то прогресс. Мы подключаем тебя, мы подключаем тебя, и затем мы возвращаемся сюда, и... Бум. Найс. Окей. Электричество идет, 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 все, кнопка работает. Окей, прыгаем. Ничего страшного, ног у меня все еще нет, так что... Электричество включено, ну поехали. Твою мать! Это было громче, чем я ожидал. А у них глаза есть. Может быть, надо... Ага, 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 окей. Ага, ага, окей. Окей. То есть я сейчас соберу свою собственную игрушку? О, не может быть. Этого не может быть. И это еще будет та самая игрушка, которой я обещал дать ноги. То есть я сдержу свое обещание. Я себя чувствую каким-то безумным ученым, который собирает своего Франкенштейна. Я тебе говорил. Я тебе говорил, у тебя будут ноги. Ты будешь ходить, слышишь меня? Ты будешь ходить. Но здесь кнопочки какие-то есть. Я не знаю, за что они отвечают, но мне очень сильно хочется их нажать. О, нет. Это я сделал? О, нет. Они его лазером обработали, что ли, или что? Оно живое. Вы только посмотрите. Оно живое. Вы только взгляните на него. Ты прекрасен. Эй, куда? Куда? Там написано не заезжать. Ты что, не видишь, что ли, знак? Господи, как он прекрасен. А? А, ну походу я его забрал. Никто не уходит без игрушки. Сканирование. Игрушка... принята? Подожди. Это что за дверь такая? То есть, стой, подожди. То есть она отнимает игрушку за то, чтобы выпустить меня отсюда? Но мне же ее только дали. А если я ребенком был? Вы прикиньте, какая это детская травма была бы. Какого? Дорога в ад. Погоди, а это что-то знакомое? Окей. Привет. Привет. Хаги-ваги. Хаги-ваги, дай пять. Хаги-ваги. Хаги. О-о-о. Не-не-не-не-не-не-не. Хаги-ваги. Хаги-ваги, дай пять. Хаги, хаги-ваги, не подходи ко мне. Не надо. Слушай, ну мы так долго ходить можем. Ты не особо стараешься.
Так. Коробка, коробка. Тяни ее. Тяни коробку. Тяни коробку, мать твою. Тяни ее. Ну и что это за херня такая? Тяни коробку. Тяни коробку, мать твою. О, о нет, о нет. О, о, сюда походу. Окей. Так, и что это такое? Все? Убежа... Ой, привет. О-оу. Оно бегает. Нет, нет. Не-н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 е. Так, это вроде бы детской игрой должно было быть. А какого хера мне так стрёмно тогда? Уи. Окей, окей. Окей, не туда, не сюда. Стоп, остановись. Нет. Блять, а оно... Может, оно не бежит за мной? Окей, оно точно бежит за мной! Оно точно бежит за мной! О-о-о-о-о-о! Свет! О-о-о! Куда? Кто? Где? Поворачивай, стоп, остановись. Кто все эти мелки здесь писал? Я чё, походу, здесь не первый, кто так убегает от кого-то? Или, может, это они сами и написали? Окей, ну... О-оу. Так. Тяни. Тяни. Тяни, мать твою, тяни! Почему он их не тянет? О-о-о. Все. Мне конец. Твое время еще не пришло. Вставай. Подожди, что я должен был сделать там? Я что-то не понял. Какого хрена? Я же тянул ее. Это все был сон. Мне это все просто привиделось. Я сейчас заберу свою игрушку, уйду отсюда, и на меня точно никто не выйдет из этого темного коридора. Окей. Ладно. Так, ну и че? Тяни ее, блядь, тяни! А вот. О, больно, наверное. Туда тебе и дорога. Адьос, мучачос. Найс. А, стой, погоди, это же цветок. Тот самый цветок, про который мне говорили в начале. Воу. Воу. У, там коробка какая-то. Я могу ее украсить? Нет? Окей, ладно. Что-то мне подсказывает, что херня эта точно не умерла. У, кассета. А, и здесь телевизор есть. Откуда-то. Зачем-то. Ну, давайте посмотрим. Мультики. Final log in relation. Experiment 1006. The prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set. Какой-то эксперимент пошел не по плану. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances accounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. Будущие эксперименты надо делать в защищенных местах. Кажется, к нему кто-то пытается прорваться. И кажется, к нему кто-то прорвался. Ну, бывай, ученый, точеный. Такие у тебя эксперименты какие-то были. А я пойду вот в эту вот прекрасную дверь, которая точно не предвещает ничего плохого. Здесь, кстати, игрушки повесились. Но я же дал тебе ноги. Что ты еще от меня хотела? Что? Чего тебе еще не хватало для счастливой жизни? Нет, стоп, нет, беги, опасность, повернись, нет, стоп, стоп, беги, иди назад. А сзади как будто бы нет опасности, да? Ну уж нет, дверь. Я тебя не послушаю. Я не слушаю незнакомые двери. Я вот этот вот прием уже как будто бы 100 раз видел. С вот этим вот
типа в лаборатории какой-нибудь стрёмной, а потом там очень уютный дом с какими-нибудь красивыми обоями. И здесь, наверное, не знаю, какая-нибудь дочь директора этого завода живет, да? Или что-то типа того. Пони какой-то, ну да, судя, походу здесь ребенок какой-то живет. Мне кажется, какой-то подозрительный шкаф, словно он что-то прячет. Окей, ладно, наверное, мне просто показалось. Идем пока что дальше. Там внутри что-нибудь есть? Какой-то идиотский домик, если честно. О, зловещая дверь. Зловещая дверь очень... Зловещая. А, это ты! Та кукла? Изначала? Поппи? А я точно хочу ее открывать? Поппи. Вот это у тебя здесь обои отклеились. Ты как давно здесь живешь-то? А, ну ладно. О-оу. Зря я, кажется, это сделал, да? О, ты открыл мой кейс. Конец? Что ж. Ну, мне интересно, что дальше. Что они придумают? Это будем считать, это пролог. Признаться честно, я ожидал немного большего. В принципе, было не так уж и плохо. С другой стороны. Так что, если вам понравилось это видео и вы хотите увидеть следующую часть в моем исполнении, когда она выйдет, то не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Это очень помогает мне. Так что, если вы просто хотите меня поддержать, то тоже можете это делать. Тем более, это бесплатно и все такое. Спасибо за просмотр, надеюсь, что вижу ваше замечательное лицо в следующем видео. А на этом у меня все. Покедова.